Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. И, как мы видим, сегодня у нас было обновление 151 мегабайт, ребят, я только что закачал. И смотрим, марафон дуэлей начался. Побеждать в дуэлях и открывать сундуки стало еще выгоднее. Так, ну это новый сезон, нам не нужно. Так, система сундуков изменилась. Отныне вы сможете каждый день выигрывать дуэльный сундук, который открывается мгновенно. Все ваши сейчас будут бесплатно открыты. В плане, что вы мне откроете? А, все, я понял. Давай, хорошо. Так, шапка сосредоточения, теневая энергия. Замечательно. Опять обычный сундук. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Угу. Отдача, шапка сосредоточения, прототипы. И опять теневая энергия. Ух, смотрите-ка, ребята. У нас изменился, скажем так, фон игры. Ну, если честно сказать, то у Килобита, да, у Макса, у него уже давно, причем вот так вот все было. Именно вот такое оформление, а у нас только сейчас почему-то появилось. Ну что же, ладно, ребят, давайте смотреть. Что у нас здесь новенькое? Так, миссия легко, но это миссии, это все понятно. Так, что у нас вот здесь? Мне интересно знать. Так, забрать награду. Эпические вестники. Ой, давай заберем. Давайте посмотрим, что нам здесь, ух, достанется. Обожаю паки открывать. Вау! Недурно! Ух ты! Да, а почему так быстро-то? Почему помедленнее нельзя? Смотрите, ребята. Сакадический покров, эпический доспех. Зазубренная кусаригама. Так, поскольку, ребят. Так, маска лавы. Ну, остальное все ерунда. Хорошо. И, значит, следующее у нас должно быть, наверное, ребята, легендарный пак, я так понимаю, да? Хотелось бы мне в это верить. Ладно, ребят, мы дальше продолжаем с вами смотреть, что у нас здесь появилось. Так, а это что у нас такое? Ага, так у нас магазин выглядит, где мы сможем с вами бесплатно забрать маску. Маска посланника. Все, я понял. Так, что-нибудь хорошенькое есть, что можно купить? Нет, к сожалению, ребята, у нас все это есть. Нам это не нужно. Так, бесплатно, редкие вестники. Угу. Так, архивные бустер-паки. Редкий. Ну давай посмотрим, фиг с ним, ребят. Давай глянем, так уж и быть. Уж больно хочется мне посмотреть. Ну, порадуешь папочку. Лезвие бритвы, рваный плавник. На крючке. Куртка скаута и каска скаута. Понятно. Ой, тихо, не надо. Так, бесплатно, это что такое? Нет, это меня не интересует. Так, что мы здесь? Ну, практически, ребят, практически скоро откроем сундучки. Но не сегодня, это точно. Джун, не забывай выполнять задания. Они дают хорошую награду. Раз в сутки ты можешь пропустить ненравящееся тебе задание. Я могу напоминать тебе о новых заданиях, если захочешь. Конечно, хочу. А вот это что у нас здесь такое? Так, они мне предлагают поставить, да, себе что-то. Когти ночи, нет, не хочу. И доспех, да, типа хотят. Да не хочу я вот это ставить, ребят. Пускай все как есть у меня остается. Единственное, что... Где... Так, события нету. Начать дуэль, это понятно. Ну и сезон-то тоже понятно, ребят. Так, видео, какие новости? Так, изменение версии. Ну и что же тут изменилось? Режим выживания. В определенные дни недели становится доступно для прохождения цепочка особых боев выживания. Такие бои отличаются увеличенным числом раундов, на протяжении которых вы не должны проиграть противнику. Обратите внимание, что здоровье вашего персонажа не будет восполняться целиком от раунда к раунду. А противники будут становиться все сильнее и сильнее. По итогам боя вы получите награду, соответствующую тому, сколько раундов вы продержались. И если же вы сумели одолеть всех противников в таком бою, вы получите полную награду за него. И откроете возможность перейти к следующему.
Каждое событие выживания будет иметь определенный вид вознаграждения. Теневая энергия, монеты, ключи, участие в выживании – это отличная возможность накопить ресурсы, в то время как полное прохождение даст действительно значимое их число. Дуэли. Внесены доработки в поведении противника в дуэлях. Это сделает бои более динамичными и интересными. Дуэли, а где они? Сюжет. А, вот, выживание. Но оно закрыто у меня, ребят. Через 12 часов только лишь откроются. Странно. Жаль. Ну что ж, давайте тогда хотя бы сделаем вот эти миссии. Бой без теневой формы. Хорошо, давайте тогда я возьму, наверное, с вами, раз уж, как говорится, моя нагината, лезвие бритвы, точнее, глефы, лезвие грезы, блин, лезвие бритвы. Короче, пока нам лезвие грезы не нужна, моя глефочка, я возьму когти ночи. Давайте наденем их, вот так вот, ну и подеремся. Подеремся, раз уж тут легко, можно немножко и повеселиться, я думаю, да? Ну что, поехали. Как говорится, оторвемся, малька. Слегонцушки. Так, раунд один, поехали. Ну-ка, из чего ты сшит, парень? Ой, паренек, это очень плохо для тебя все закончилось. Убежденный милитарист. Не повезло тебе, милитарист. Идеальная победа. Ну, а мы продолжаем, ребят. Продолжаем. Блин, я хотел, честно говоря, в матчах подраться сегодня на выживание. Упс, упс, ой, сосунок. Что ж ты... Опа. Да-да-да, конечно. Тихо, не надо. Промахнулись мы. Капканчик ты решил поставить, ну ладно. А моя очередь. Ты смотри, что делает. Это смертельный бросок, ребята, был. Да. Ну, слишком легкий, конечно, противник. Вата ватой. Давай тогда посмотрим с вами дальше. Удары в голову, там то все 5-10. А ну-ка, прототипы. Два рубина и так далее. Ну, у нас еще один бой здесь. Противник не видим. Ну что ж, это его проблема, конечно. Но раз не видим, будем тогда его... обнаруживать моими саями. Понеслась. Ну, роднуля, где ты там? Покойся с миром, говорит. Звать его, покойся с миром. Ну, давай. Оу. Ты чё творишь? Чудила там с нижнего тагила. Ты кто такой там вообще? А если вот так? Понял. Вата. Не упал. Быстро учится. Ну, против сайта, конечно, он ничего не сделает, ребят. Хорошо, еще один у нас раунд. Поехали. Ну, родной мой, подойди поближе, чтоб я... О-о-о-о-о! Ничего себе. Да ты успокойся, братюнь. Да ладно тебе. Ну все, он напросился, ребят. Ой, как же ему не повезло. Как же ему не повезло родному-то нашему. Все, хана, мандрыга. Так, ну что же нам тогда дальше-то делать, а, ребятушки? Обновление обновлением. А поиграть-то нам и не во что, так скажем, грубо говоря. Ну вот я сделал два задания вот эти вот. А что же тогда нам начать дуэль? Сундук дуэлей. Гарантированно. Так, побеждайте в раундах дуэли и получите дневную награду. 4 раунда всего лишь победить? Пши. Давай, хорошо. Слушай, блин, я саи не поменял. Ребята, я не поменял саи. Блин, мне нужна моя глефа родная, конечно же. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас отгребем, поверьте мне. Я саями вообще не умею играть. Это я вам честно... Оу! Лорд-вампир, ну хорошо. Хорош. Успокойся, блин, а. Ах, ты вот так. Нормуль? Опс, вот это было круто. Слушай, да ты не припухли, а, родной. Получил. Ну-ка,
Ага, понял. Да чтоб тебя, подловил еще раз, ребят. Ну все, ему хана. Смотрите, как мы это сделаем. Опс, не получилось. Я не на ту кнопку, ребята, нажимал. Ё-моё, совсем забыл, что теневая энергия на третью кнопочку у меня жмется. Ой, ладно. Разминаемся, короче, разминаемся. Так, ну что, понеслась, да? Ему сейчас хана. Ну, где ты там? Ага, а теперь моя очередь. Упс, не получилось, ребята. К сожалению. Да чтоб тебя. Да. Ладно, будем так с ним завязывать. Без всяких трюков. Ага, бросочек решил сделать. Хорошо. Засранец. У-у-у. Фига я полетел. Да ладно, успокойся. Что-то ты действительно... Парень, по-моему, быстро учишься. Так, отлично. Какого лешего ты делаешь? Эй, завязывай, братюнь. Как говорится, пошутковали и будет. Тихо, главное кувалды, чтобы не получить. Все, пора. Упс, да как ты хиляешься-то? Оу, нет, 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 нет. Все, я думаю, что тебе хана, ребята. Да, ой, оглушил. Слушай, жесть какая-то. Возможно, проиграем даже. Ну, а... Оу, зачем я раскрылся, ребята? Я раскрылся, я нажал на кнопку удара. Слушайте, вот что значит не играть в игру неделю. Что это у меня там здоровье восстановилось? Для чего? Куда? Воин. Ну, предположим, ребят. Ну, я еще раз говорю, что Саи это не мой конек. Это не мое. Мое, вы знаете прекрасно что. Вот оно. Глефочка, вот это мое. А Саи, не могу. Поехали дальше. Сейчас буду дубасить. Почем свет стоит. Достали просто-напросто меня вот эти вот охламоны. Киллер Саняба. Ну давай, Саняба. Потанцуем, как говорится, так, в бой. Конечно, в бой. Ага. С мечами, ладно. Ну и что ты, что ты, ну что ты, что ты, что ты, родной мой. Ага, хитро. А если я? А теперь поехали. Упс, упс, упс. На-ка. Получил свое. Вот так вот. Не, так дело не пойдет, паренек. Хотел что сделать, а? На, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это сейчас было? Что он делает? Видели, да? Прям под печень ему с ноги. И все. И стекли у него в сапоги. Погнали. Я говорю, я шутковать здесь не буду. Так, поехали. Хоп, хоп, хоп. Для разминки. Опа, опа, на-ка. На-ка, ну-ка. Что ты тут выеживаешься? На, оу. Оу, глефу выбили. Не повезло мне в этот раз, ребят, почему-то. Так, хорошо, предположим. Теперь вся надежда, знаете, на что? На мой удар. Ой, ой, бобо. А если я? Да чтоб тебя. Мне все-таки нравится немножко другой удар, надо поменять, ребят. Это что такое сейчас было? Нифига ты, парниша, наяриваешь-то. Тебе что, не учили уважать старших, что ли, паренек? А ну-ка, опс. Ой, чуть-чуть не достал. Но результат, как видите, даже без глефочки я его урыл. Я надеюсь, это засчитается мне сейчас. Ну-ка, посмотрим. Там нужно было 4, да, по-моему, поединка провести. Посмотрим. Так, ну это монетки, это все понятно. Да, ребята, награда дуэлей. Ну что же, я думаю, что еще. Давайте какой-нибудь другой вид оружия возьмем с вами. Предположим. Предположим, я возьму. Слушайте, ну вот мне не понравились обвинители, это вот камы. Что-то как-то не мое.
Не мое это. Вот, давайте лезвие вьюги возьмем и наденем, ребят. Ну что, поехали, будем сейчас наяривать. Начали дуэль. Так, ну, кого нам дадут? Слушайте, ну я здесь должен вообще порвать этого доминка. А может быть и не должен, сейчас посмотрим. В бой. Ага, вот ты как, значит, да? Пиратский сет у него. Что-то тут мудрит, он тут неспроста, да? Ага, как же. Да ладно, брось ты, парнишка, успокойся. Доминк, не будь дуралей, не будь, говорю. Опс. Зря ты меня. Ты меня разозлил, парень. Да что такое-то? Эй, почему мы в этом сете такие медленные? Я не могу понять. Слушай, ну действительно как-то начали персонажи тут хоть что-то из себя представлять. Поверьте мне, до этого они намного хуже дрались. А теперь, смотри-ка, жгут, не по-детски. Но от этого только слаще, поверьте мне. Как говорится, ну уже действительно как в реале. Шуточки да прибауточки здесь не прокатят. На, что ты? Оп, вот это ты зря. А может быть не зря. Эй, тихо. Опс. Я не могу понять, почему. Оу. Слушай, ну теневуха у него была слабо развита, поэтому большого ущерба мы от этого не понесли. Если честно, вот этот вот меч, сабля вот эта, ребята, он должен наносить дамага не так много и не так быстро, он должен им рулить. Вы посмотрите, почему-то у меня в разы медленнее как-то все это действует. В разы. Ну-ка попробуем так. Ага, ага. Так, бросочек, естественно, он не упускает момента, ребята, воспользоваться этим делом. Наверное, это хорошо. А может быть и плохо. Но мы его пробиваем. Вы посмотрите. Да, мы его пробили. Несмотря на то, что он стоял возле стенки. По идее, он должен был автоматически ставить блок. Но это его не спасло. И мы его пробили. Ладно, мы все равно дальше с вами немножечко подеремся. Посмотрим. Так, ну тут монетки, это все понятно. Ага, открыть. Поздравляю, ты получил свой первый сундук за победу в дуэлях. Давай скорее откроем его. Так, и нам достается... Так, камы, подводная броня, иглы, катана и рубины. Бредотня какая-то. Так, так что, мы дальше можем с вами? Слушай, так это же круто. За каждые 4 раунда мы будем получать с вами по сундучку? Так, секунду. Тогда я буду, ребята, здесь, знаете, что делать? По-моему, мы с вами переходим на новый этап в этой игре. Теперь мы сможем с вами тестить разные виды брони, предположим, да? То есть играть в свое удовольствие, если вот по большому счету брать. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Слушай, ну вот эта вот броня как-то не особо мне нравится. Ну-ка, глянь-ка. Так, ну, неплохо, неплохо. Хо-хоу. Слушай, а вот это круто смотрится, бронька. Так, а это если... Блин, с этим шлемом... Дай поменяю, поменяю шлем. На какой-нибудь другой. Ну-ка. Нет, как-то не особо хорошо. Ой, сними его лучше. Мне не нравится. Вот, вот самое то, вот мне вот это нравится. Вообще обожаю. Кстати, под этот костюмчик, по-моему, даже идет. Да, ребят, смотрите-ка. Или же все-таки... Вот под этот. Сейчас, секунду, вот. Вот так, ну-ка. Слушай, ну и под этот тоже вроде так смотрится неплохо, да? Хм. Ну вот под этот совсем не идет. Хотя с этой маской, по-моему, с любым костюмом нормуль. Так, ладно, хорошо, я возьму, наверное... Где мой старенький костюмчик? К которому я привык. Так, этот у нас... Вот. Вот, вот это я понимаю, ребята. Так, и надо поменять вид оружия. Давай посмотрим с вами. Оттенитель. Оттенитель. Ой, давненько я не играл им, ребят, этим оттенителем. И хотелось бы посмотреть, что у нас из этого получится. Так, ну-ка, применяем. Улучшать я не буду ничего.
И поехали. То есть, получается, неважно, выиграем мы или проиграем, мы все равно сундук получаем, так ведь? Фух, отлично, погнали тогда. Оттенитель. Да. Новая музыка какая-то, я такой не слышал раньше. Слушайте, ребята, игра периодически у меня вылетает. При разных обстоятельствах. Не знаю почему. Напишите в комментах, у всех так или это только у меня? Ага. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, родной. Ты зачем повторяешь за папочкой, а? Зачем повторяешь за папой? Ох, как ему сейчас не сладко. Ребята, надо бить, у него пробитие брони стоит. Вот так вот. А теперь проверим на прочность этого паренька. Упс. Оу, оу. А вот это ты зря, родной мой. Бычишь-то на меня. Ты на кого бычишь-то, парниша? А, Владушка? Нет, никаких суперударов. Все, похоронили. Поклонились. Все честно, все достойно. Ну, а мы дальше с вами двигаемся. Да мышка, уйди ты, елки-палки, не мешайся. Ну-ка. Слушай, а у него, по-моему, точь-точь, как у меня оттенитель, да, ребята? Угу, конечно. Ой! А если я вот так? Опс! Хорошо-то как получилось, а? А если я тоже? Я смотрю, ему нравится это. Погнали. На. Опа, а как это ты так интересно меня опередил, братюня? Можно узнать? Это несправедливо. Да что такое, я думал, что он не будет бросать. Но как бы не так. Ой, по-моему, он быстрее, да? Ладно. 1-1. Тем слаще будет его победить. Я готов. Я готов. Слушайте, ну вот когда привыкаешь к одному виду оружия, да, очень тяжело перестроиться под другой, поверьте мне. На! Ага. Что? Не нравится, да? Опережаю я тебя. Опс, опс. Конечно. Погнали. Вот так вот. Так, теперь поехали. Хоп, хоп, хоп. И... Оу. Что-то новенькое ты тут чудишь у меня, братюнь. Вот так вот. Так, понятно. Не упускает возможности, да? Подосрать мне. Ёпарасете, вот это он дал. Вот это он дает, ребята, отжигает. А как? Он мне сделал бросок, да? А почему я упал? И кто меня дальше-то добил? Я погиб от того, что упал? Так, ну понятно, что тут мы немножко с вами оплошали. Но все равно прикольно. Так, видео, мне не надо видео. Давай дальше. Короче, будем с вами камы. Ну, обвинители мне эти не понравились. Вот честно вам скажу, мне не понравились они. Так, Саи. Радужные кромсатели. Давай попробуем им поиграть. А у меня есть хоть под них какой-нибудь удар? Есть. Скребок, ё-моё. Ну давай поскребем душу. Так, начать дуэль, поехали. Будем душу отскребать. Ребят, серия чисто фановая. Никаких этих вырезок, ничего не будет. Все как есть, так и будет. Выложено все. Так, в бой. Да елки-палки, с Глефой, с моей любимой, вышел. Вот так вот. Покромсали, молодец. Так, а что мы еще... Блин, не увернулся. Нифига мы у него отнимаем здоровье. Так, а что мы еще можем? Понял. Воу-воу-воу-воу, тихо. Так, ну это стандартный у нас удар, это понятно. Ну-ка. Воу-воу. Я смотрю, ему понравилось. Погоди, а как он... Да подожди, что за... Почему мои-то удары не срабатывают, эй? Слушай, ребят, что-то не то. Как он мог, извините меня,
избежать моего теневого удара. Он его начал уже кромсать. Он не стал подниматься в воздух. Странно. Ладно, хорошо. Погнали далее. А если я так же? Что? Не понравилось? А мы? Упс. Так, секунду, ребят, ждем. Ждем. Бомбим. И погнали далее. Оп. Оп. Но не пробили, к сожалению. Не можем мы его уронить. Пока. Теперь роняем. Поехали. Что такое? Тихо, тихо, не надо. Ай, бросок делает. Ну-ка. Подловил. Подловил я его. Хорошо вышло. Ну-ка. Тихо. Пробьем, да? По всей видимости, да, пробили. Хорошо, отлично. Давай далее двигаться. Ну, где ты там? Выползай. Со своей норы. Хрен тебе. Оу, классно сейчас было. Поехали. Так, нормуль. А если вот так? Опс, и он тоже, ребят, теневуху. Да. Я думаю, что же мы так мало с вами отнимаем? Я же шлем-то взял. Какой, ребят? Слабый шлем. Вот у меня и теневой удар слабый. Вот оно в чем дело. А если я? Да ладно. Что, серьезно, что ли? А ну-ка, поехали. Слушай, а ему не нравится. А, так. Опс, опа, подловил. Ну, нифига, да? Ответка. Добили просто. Своей звездочкой его ушатали. Да, конечно, надо менять шлем, надо менять броню. Надо все ставить по эпику. Так, ну-ка. Это, естественно, это продолжение, продолжение. В любую секунду, ребята, игра может вылететь. В любую абсолютно секунду. Так, надеваем шлем. Надеваем броню. Надеваем все, что угодно, кроме сай. Вот так. И вперед с песней. Сейчас посмотрим. Единственное, что вот в этой броне, в тяже, мы с вами не можем делать всякие там подсечки и тому подобное. Ну что ж, давайте еще один раунд сделаем. Так уж и быть. Получим сундучок, вскроем. Нормуль. Сундучки, я так понимаю, это у нас обычные, да? Слушайте, но противник тут будет получше, покруче, чем я. Посмотрим. Блин, кувалда, не люблю кувалды. Оу. Неплохо. Ай, было бобо. Иди отсюда, отвянь от меня. Так, давай, погнали тогда вот сюда. Да ты что? А как ты умудрился? Я же отходил. Да ладно, не может быть такого, ребят. Да такого просто не может быть. Ну-ка. Бросок, опять бросок, ладно. Только не надо убивать, а? Убил. Зачем я только теневой удар стал использовать, а? Кто мне это скажет? Зачем я нажал на теневой удар, если знал, что он меня сейчас здесь завалит, блин. Дурило, потому что. Затем и нажал. Поехали. Шутки, как говорится, в сторону. Да ёпрсты. Ага. Понятно. Оу, нельзя теневой, ребята, давать возможность использовать. Ну, естественно. Естественно, он начинает тут дурковать. Так, нормуль. Это я называю спам, ребят. Вот в данный момент просто как с ничтожеством его.
А он что, без оружия, что ли? Нет, с оружием. Я думал, что он без оружия остался. Так, погнали. Добивочный, нет? Да. Прошили мы его. Ну что же, пока ничья, как мы видим. Раунд третий, погнали. Давай, будем сейчас наяривать, как говорится, гитару. Оу, да ладно, нифига ты. Ты нифига ты меня прошил, паренек. Знаешь, что непонятно было сейчас одно. Да ну нафиг. Ребята, с двух ударов вот так вот снести, это чушь полная. Как он так умудрился? Тут что-то не то было. Ребята, он меня, короче, бросил. Вы видели, да? И у него почему-то здоровье отнялось. Ну-ка, давай откроем сундук. Что нам здесь выпадет? Я так понимаю, ничего хорошего здесь у нас не будет. Да. Абсолютно ничего хорошего. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом будем завершать с вами видосик. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых встреч.